Ребят, всем привет! Сегодня расскажу о том, как платит ли этот проект, как быстро это происходит, какая минимальный выход и для чего нужны очки лояльности, как их использовать и как их зарабатывать. Изначально мы хотим проверить, платит, делает ли вывод этот проект, платит ли. Так, на счету сейчас у нас счет для вывода 24 цента. Переходим в майнинг. Еще 7 центов на капало. Переводим на баланс. Прибыль собрана. Смотрим 31 цент. Так, дальше переходим в управление балансом. Нажимаем кнопочку вывести. Заполняем поля. Выводим 0.31. Минимальная сумма вывода равна 10 центам. Вбиваем свой кошелек, на который хотим вывести. Вбиваем платежный пароль, который вам был при регистрации. Если вы забыли свой платежный пароль, то вы можете его восстановить. Для того, чтобы восстановить платежный пароль, нажимаете кнопочку «Восстановить» и проверяете почту. Не забудьте его записать. Так, вбиваем. И выбираем платежную систему. Выводим. Вывожу я на Pair. Нажимаем кнопочку «Вывести». Сообщение пришло нам «Выплачено». Смотрим историю. Да, вот пришло нам 31 цент. Убедились, что проект платит. Теперь перейдем к тому, что как повышать свой доход, для чего нужны очки лояльности, так они здесь называются. То есть для того, чтобы повысить свой доход ежедневно, он у меня сейчас 1.18, как раз нам и нужны те самые очки лояльности. Для того, чтобы их получать, необходимо вот выполнить некоторые задания, к примеру, вступить Телеграм-чат. Мы уже вступили. Вот он сам, этот Телеграм-чат. Эта компания. Там подписаться на канал, установить аватар. За это дают очки лояльности. Также можно оставлять ежедневно отзывы на ММГП. Думаю, что об отзывах я сделаю отдельное видео. Каждый отзыв дает 10 очков лояльности. Плюс 0.05 центов на баланс для вывода. Дальше, что у нас еще имеется? Вот кнопочка «Заработок без вложений». Можно выполнять серфинг. Ну да, ссылочки я уже посмотрел. То есть за каждую ссылочку дают еще очки лояльности. Также есть здесь выполнение задания. Нужно пройти простую регистрацию, за что получите 10 очков лояльности. Когда вы все выполнили и у вас набралось 100 или больше очков тех самых лояльности. Кстати, вот есть, нажимаем на повышение дохода, есть условия, при которых дают те самые очки лояльности. За каждый отправленный в майнинг ЧПС, то есть та самая монетка, которая участвует в майнинге, в предыдущем видео я рассказывал,
За каждую монетку дают очки лояльности. Отправили 200, получили 200. Одну ссылку просмотрели в серфинге, получили тоже. Пригласили реферала, получили 2. За ежедневный вход в аккаунт тоже дают очки лояльности. Итак, если у вас скопилось 100 или более таких очков лояльности, нажимаете на вкладочку «Обмен». Ну, в данном моменте у нас 63 этих очков лояльности. То есть мы не можем. Тут минимум 100 надо. Когда наберется 100, нажимаем сюда и получаем 0,02% к общей сумме ежедневного процента. Сейчас у меня 1,18. Если я еще пройду, то станет 1,2 ежедневный процент. Вот, собственно говоря, и все. Все тут просто. Обменивайте, получайте дополнительный доход, повышение дохода ежедневного. Участвуйте. Также не забывайте, что в Telegram-канале за активное участие тоже могут давать те самые очки лояльности. Например, вчера раздавали. Я получил 170 таких очков. Проект очень прикольный. Итак, всем пока.